Так, а что случилось? Кто здесь плачет? Что такое? Почему ты плачешь? У меня сегодня должен был быть концерт с моим любимым питомцем, но он куда-то исчез. Я все переискала, никак не могу его нигде найти. Вот оно что. А я как раз пришла помочь тебе его открыть. Ты опоздала. Я пришла, мы договаривались встретиться под этой елочкой. А тут уже одна только коробочка. Как одна коробочка? И нету ничего внутри? Куда же он подевался? Да если б я только знала. Я даже на улице его искала. Говоришь, договаривались встретиться под елочкой. А ты случайно не опоздала? Да, опоздала, но не намного, на 10 минуточек. Я пока прическу свою делала. Вон, смотри, прядку разноцветную прятала. Смотрю на время, а все, пора идти. Я как побежала, смотрю, коробочка открыла, а там ничего нет внутри. Ладно, ладно, ты это, не реви. Сейчас я попробую что-нибудь придумать. Кажется, у меня даже есть одна идея. Вы же договаривались под елочкой встретиться? Ну да, вот здесь под елкой, а что? А то, что у меня есть еще одна елочка. Может, он посмотрел, что тебя здесь нет, и ушел тебя искать, и устроился под другой елочкой. Сейчас я схожу проверю. Я надеюсь, что он там, и концерт состоится. Сейчас, сейчас посмотрим. Может, он залез в новогодний сапожок? Нет. Может, в этот? Тоже пусто. Вот еще один сапог. Сюда он тоже залезть не смог. Где же наш волшебный питомец? Вот же он! Точно! Вот его коробочка. Я надеюсь, он еще там внутри. И я покажу вам, как же выглядит наш беглец. Ну все, подбирай слезы. Беглец найден. Вот он. Он ошибся елочкой и спрятался под другой. Так что все. Подожди, я его сейчас открою. А потом вы устроите нам небольшой концерт. Точно, точно, это мой родной питомец. Спасибо большое. Ну что ж, давайте его откроем. Всем привет, друзья. Вот такая с утра интересная история. Сбежал наш новый питомец. Новой серии LOL Surprise Remix. Remix Pets в нашем случае. У нас была вот такая вот LOL Surprise Dolls, куколка. А это ее музыкальный питомец. Ну что ж, нам обещают... Ух ты, нам можно уже собрать будет часть магнитофона. Будет не хватать всего одной части. Ну ничего, это еще все впереди. Главное, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые серии. А еще внутри 9 сюрпризов. Какой интересный мохнатый питомец. И сколько аксессуаров внутри. Круто. Ух ты, посмотрите, какие клевые косички. А вот она, как должна выглядеть коробочка внутри. Ну что ж, питомец, ты там? Давай, выходи. Мы тебя заждались и вообще-то обыскались. Посмотрите, какая интересная. Так, а это получается внутренняя часть. То, что должно быть внутри. А на кукле уже идет колонка. Прикольно. Ух ты, эта кассета достается. Друзья, кто застал вот такие вот кассеты? Такие кассеты раньше вставлялись по-настоящему. О, так здесь еще и пленка. Она как настоящая. Вы не поверите, но музыку раньше слушали вот на таких вот аудиокассетах. Которые, кстати, иногда зажевывал магнитофон. И приходилось, вот здесь были такие дырки, крутить и закручивать их обратно карандашом. Обалдеть, прикольно. И здесь строчка из песни, которая дословно переводится как «Мы такие быстрые, везде, где мы, они знают». Интересно было бы услышать всю песню. Нужно поискать строчки нашей первой куклы. Смотрите, эта кассета открывается. И можно вот так вот замотать нашу песню обратно. Вставляем кассету в магнитофон. И здесь кнопочки управления. А теперь самое интересное. Это вот такой вот питомец в желтой прозрачной капсуле. Давайте мы его откроем и узнаем, как же его зовут. Кого же мы сначала
потеряли, а потом нашли вот такие вот прятки красные, прикольные у него, ушки интересные. А что это за зверек, вообще не могу понять. Есть идеи? Пишите в комментарии. А я пока буду дальше сюрпризы открывать. Так, это у нас вот такой вот костюмчик интересненький. В этой бумажке у нас что? Очки. Угу, какой модный питомец. Мне кажется, это представитель какой-то рок-группы. Так, а вот здесь просто вот такие тапочки, почему-то у них пакетики. Пустой пакет и три тапочки. А почему три? Почему три? Вот так, купи оригинал и получи три тапки. Подарок. Здесь какая-то конструкция еще. А, во, есть, есть, есть. Чуть не разочаровалась в оригиналах. Думала, как и в подделках, могут чего-либо не доложить. Вот такие вот тапочки. Посмотрите, какая огромная платформа. Бедный питомчик, как ты в них ходишь? С ума сойти. Посмотрите, с длиной. Я думаю, в полноги. Так. Вот, смотрите, каким он стал высоким. Оденем еще очки. Есть у него там специальные дырочки? Нету. Специальных отверстий, но ничего, они все равно прекрасно держатся. Давайте посмотрим, что тут есть еще. Такая вот подставочка, вот такая вот бутылочка с надписью «Pop». А здесь еще какой-то пакет. Ух ты, это, как я понимаю, его музыкальный инструмент. Здорово, прикольно. Тарелочки. Так, а теперь смотрим, что у нас в инструкции. А, это не инструкция, в листке коллекционера. Вот она, строчка из песни. Так, а где же? А, вот он, Electric Critter. Вот он, наш питомец. Да, я не ошиблась, это рок-клуб. Прикольно. А вот и его товарищи по рок-клубу. Так, а наша предыдущая куколка, я не помню, в каком была клубе. Нужно будет уточнить информацию. Но сейчас у нас рок. Итак, сейчас я попробую сделать магнитофон. В какую сторону подсоединяется он? А как это сделать? Ух ты, а здесь еще какое-то сердечко интересное. И здесь есть вот такая вот штучка, но она одна. А, нет, их две. Попробуем тогда их как-то достать, что ли. Так, а здесь вообще пусто в обоих штучках. А где их взять? Хорошо, давайте вот так прицепим. Так. Вот так. И получается у нас... практически магнитофон. А это у нас ручка, что ли, такая? А, вот оно что. Вот так вот всегда не знаешь и потом все переделываешь. Это ручка от магнитофончика и здесь же и крепление. Все ясно теперь. Вот, теперь это все очень прочненько. Все уже стало похоже на часть магнитофона. Осталось только устроить концерт для нашей куколки Remix и питомца. Хотя нет, я забыла одеть питомца. Сейчас возьмем его костюм и попробуем его надеть. Ну все, первый блин клоун, и костюм я одела неправильно. И сейчас только я поняла, что это костюм из серии, знаете, прикольные костюмы для животных, для кошек, для собак, где одеваются, и у них вот появляются вот такие вот руки. Это вот то же самое. Прикольно. И, по-моему, именно в этих ручках этот питомец должен держать вот эти вот тарелочки.
только пока не знаю как. Ой, отлично. Есть, музыка пошла, и нашей куколке осталось только ее миксовать. Ну что ж, друзья, вот такая история произошла сегодня с нашей ремикс-куколкой. И я думаю, что она вам понравилась. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал Даринелка. И не забывайте, что у нас проходит конкурс на капсулу LOL Surprise. Конкурс проходит среди подписчиков, поэтому подписывайтесь. И в описании будет видео, под которым нужно всего-навсего оставить любой комментарий, и вы автоматически становитесь участником нашего розыгрыша, предновогоднего розыгрыша куколки LOL Surprise. Я надеюсь, что удача вам улыбнется. Ну что ж, друзья, пока-пока. Наша куколка обрела сегодня своего питомца.